Привет всем подписчикам, с вами Рязан, и я продолжаю играть в Battlefield Hardline. Эпизод 7. Стеклянные дома. Операция по поимке Канга не принесла никаких явных зацепок на Доуза. Если только Бумер не найдет пару-тройку улик в скачанных файлах. Ну, подождем, пока он пороется в этих компах. Да, Hardline действительно получился обалденным. Я уже залипаю в эту игру. Седьмой час одиночную кампанию подряд прохожу. Вот, уже засиделся, жопа затекла. Ну ладно, ждем, пока загрузится. Итак, у нас два ордера на арест. Это Бриллер Камерон и Томас Марвин. Угу, ну постараюсь их запомнить. И у нас одно дело, игра в большинстве. Ранее в Hardline. Вместе мы создадим будущее правопорядка. У твоего старого капитана было свое дело. Дилерский центр. Крыша корейской мафии. Я все же найду их. У нас там свой человек. Его зовут Бумер. Ганг набивает эти тачки наркотой. А парни Доуза отправляют поезда. Мы отстраним этого Ганга от дела. Да здесь этой наркоты на 10 миллионов баксов. Я заберу это отсюда. Давай! Вот дерьмо! Расскажешь нам что-нибудь новенькое? Тебе правда интересны технические штуки, которыми я сейчас занимаюсь? Нет. Уже кое-что. Что это? Приглашение на вечеринку. Отправлено Кангу. Еще интересный список получателей. Наполовину из них я работал. Написано, что вечеринка на горе Олимп. Кот, что ли, какой-то? Хочешь верь, хочешь нет, но это район. И тусовка сегодня вечером. Мы с Хай проверим. Ты как, за? Не очень тусовки люблю, но... Так уж и быть. Секси. Так, богатенькая вечеринка какая-то будет. Это интересно. Где ты взяла эту штуку? У Бумера. Он работал с несколькими грабителями банков. Так, задача войти в дом. Туда, но не через парадный вход. Не через парадный? Если мы хотим проникнуть туда, нужно все делать скрытно. Хорошо, это хорошо. Нила Рорка. Стрёмный чувак. По уши в наркоте, оружие. В общем, тот, кто не прочь бы проспонсировать охрану Доуза. Я так думаю... У него серьезная охрана, поэтому... Я взяла это. Круто. Насчет тревоги не волнуйся, сеть отключена. Это просто аварийное освещение. Электричества нет. Поверь мне, Бумер знает свою работу. Мы на месте. Теперь надо придумать, куда поставить жучок. Бумер так. Сказал, полно народу ехало навстречу. Здесь у нас до хрена всяких улик. Сюда. Первое. Белый фургон. Фургон компании Рорка. Похоже, его использовали для других целей. Ну, конечно, возить наркоту. Здесь слишком тихо. Если стрелять не будем, то да. Кто-то несколько раз... Блин, какие здесь тачки обалденные. Охрененно. Так. Пойдем. Вроде тихо, никого. Так. Это у нас этикетка отгрузки. Рорк что-то отправлял ему. Причем в больших объемах. Еще и местный адрес стоит. Так, еще две у нас. Ой, какой вид классный. Нифига себе у него хата. Что за ушлепок? Может мне тоже наркоту месте? Продавать? Богатый ушлепок. Богатый голливудский ушлепок. Ага. Охренеть. Просто... Просто обалденный вид. Это моя мечта, конечно. Сверху. К черту этот дом. И виды из окон. Так, пойдем сюда. Тут нельзя. Значит, вот сюда.
У нас ноут какой-то. Журналы. Картина. Так, нам надо как-то в ту часть попасть. А, вот, смотрите. Ага. Так, что тут у нас? А, ну, мы просто вот так вышли. Понятненько. О, черт. Извиняюсь, звук на телефоне не вырубила. Ну так выруби. Это твое первое ограбление. Ага. Молодец. По-моему, кто-то едет. Хреново. Стой, слышал? Слышал, слышал. В сообщении Канга так было написано. Парень. Окей, жучок на месте. Валим. Ой. Чёрт. Давай. Быстро прячемся. Пришлось пробовать генератор. Я просто думал, что в полночь. График изменили. Прошу, проходите, господа. Располагайтесь. Я думал, Канг должен быть здесь. Канг не придет. У него жена приболела. Ей всего 25. Какие там болезни? Канг больше не в деле. Официально. Именно поэтому мы собрались раньше. Я думал, ты должен защищать его. Мы обеспечивали несколько уровней защиты. Кто его убил? Ты? Я в этом не участвую. Господа, сядьте. Заткнитесь. И дайте ему договорить. Знаете, парни, это не так уж и сложно. В Майами мы примеряли таких ушлепков, как вы. Все дела решали только так, переговорами. Так вот, нам не нужна твоя территория или продукция. У нас есть своя сеть копов, контрактников и пограничников. Если ты платишь нам, у тебя появляется доступ к этой сети. Я работал в Майами, поэтому люблю видеть, когда наши местные светила начинают думать, как настоящие бизнесмены. Ну вот. А теперь, господа, ожидайте лимузин, забитый лучшими студентками-косметологами Голливуда. Пройдите в бум-бум-комнату. И наслаждайтесь. Хочешь поговорить об этом? Тот, кто замочил Канга, возможно, мой старый друг. Мне нужно просто поговорить кое с кем. Сегодня позже вечером вернусь. Смею заверить, твои деньги будут храниться в моей святая святых. Так, вот такое вот сборище подонков. Этот ублюдок здесь? Хай. Если вылезем в окно, то сможем догнать Забей его. Забей на Стоддарда, у меня идея. Что? Дай-ка телефон. Там есть что-нибудь важное? Игрушка про конфетки. S4 Samsung, как у меня. Отследим его. Хочешь стащить грязные деньги Доуза, пока их не отмыли? Ага. Хорошо звучит, но ты сам по себе. Что? Мне надо побеседовать с сержантом Стоддардом. Мы не сможем проскользнуть здесь вместе. Ха-ха-ха. Давай, подтолкни меня. Как я мог довериться тебе? Это личное. Личное? Ты помогла Доузу и Стоддарду упрятать меня на 3 года. Это не личное? Извини, что огорчила. Моя мать умерла, пока я был в тюрьме, Хай. Боже, Ник. Знаешь что? Заткнись. Мне плевать на тебя. Да, вот этого мы не знали. Офигеть. Так, у нас тут, наверное, надо что-то посмотреть. Спускаться вниз. Там туса у нас идет внизу.
Давайте-ка осторожненько. Не было света. Да хрен его знает. Нас полно, Кокса. Так. Кто это у нас там? Да ё-моё. Эх, не получается проверить, но... А, вот, отлично. Это Бриллер. Бытовое насилие. Да, конечно. Блин, да хрена типов здесь. Это еще что за игра? Поиграю, узнаю. Сколько на той неделе? Где-то 85. А если по-честному? Примерно 95. Так, сделка со Стоддардом. Насколько это серьезно? Рорк серьезно берется. Плохо это. У таких копов чести нет. Сказал тот, кто жульничает в гольфе. Так, сделка, видимо, намечается серьезная. Офига себе, пасхалочка в Dead Space катает. И тут сзади подкрадывается некроморф. Слышишь, я тоже хочу в Dead Space поиграть. Офигеть, реально Dead Space. Ха. Вот это вот реально пасхалочка от Visceral. Они же Dead Space сделали. Красава. Так. 40 метров. Ну, конечно, без проблем не обойдется. Будем проверять. Нет. Я такого не говорил. Это ты сказал. А я сказал наоборот. Блин, Джерри, давай завязывай. Мы ведь тут закончили. Может, перезвонишь, когда будет что сказать по делу? Идиот. Иди сюда, придурок. Хорош. А, даже туда. Туда еще лучше. Получай по своей лысине. Черный. Я бы их тут всех убил нахрен. Ну ладно, давайте будем осторожно действовать. Я хочу заработать 15 уровень в игре. Вот. Это, за это идут всякие значки в батл-логе, всякие плюшки в онлайн-режиме. Так что смысл есть. Действительно, смысл есть. Так, а где ты здесь спускаться? Ага, все, я понял. Че, когда девки-то приедут? А? Что это было? Так, меня услышали. А? Иди, иди, посмотри. Да, да, давай, давай, давай. Хорошо. Блин, то, что они вдвоем, правда, идут хреново немножко. Надо что? Вынести одного, потом второго. Так. Вот дерьмо, блин. Эй, у нас тут грохнули одного. Никого не грохнули, спокойно. Так, давайте его обыщем. Комбинация к сейфу. Возможно, какая-то комбинация цифр. Возможно, лотерейный номер. Попробую выяснить. 02-02-19-05. Похоже на комбинацию сейфа. Так. Угу. Сейфа. А где сейф? Где-то внизу, походу. Все, здесь мы все зачистили. Ребята, не дождались. Девчонок. За звук. Ого. Там, походу, тусовочка намечается у нас. Нехреновая такая.
какие-то картины уродские. Не люблю такое дерьмо. Это же стиль, это же фэшн, Рязанов, ты ничего не понимаешь. Я вам говорю, это дерьмо. Вот это я понимаю, да. Так, по-моему, я тут уже очень хорошо поработал. Идем в этот дом, здесь есть вход в него. Что это? Это ничего. Кто этот чувак? Еще одного вырубили. Так. Надо эту часть дома зачистить. Вы видите это? Спокойно. Спокойно. Ух ты, тут груши. На! Ну, не груши, мешки. Боксерские. Тоже, по-моему, музыка знакомая какая-то. Что у нас тут? Душек. А где тёлки? Девчонки, вы где? Так, пацаны, подождите. О, хорошо. Ой, сейчас, подождите. О, да. Козочки размял. В сауне. Так, тут я понимаю, где сейф. Так. Не, понятно, что нам туда... Эй! Твою мать. Ладно, хер с ним. Назад вернуться нельзя. Вот что за игра такая? Так тяжело дверь открыть. Ладно, пойдем. Поговори со мной. Я как бы думаю, 15 тур не так получу. Какого хрена вообще? Я же сказал водиле, куда ехать. По дороге Азимандиас, да, Азимандиас. Не договорил. По телефончику. Да! Уровень 15. Почти. Или уже есть. Типа, все, досижуху я получил. Че они там делают? Стреляют? А, это салют. Косички тут шмаляют. Господи, я думал, он меня спалил. Так. Тут кто-то есть. Скажи Джордану, пусть пришлет канадский фен. Ничего тебе Джордан не пришлет. Что это? Этому нос подправили. У этого ожоги какой-нибудь там степени от электричества. И что? Все, отдыхай. Фига себе, у них тут травы. Так. Терраса. Как в гольф играется, а? Хорошо, да? Хрена себе, его вштырило, пацаны! Смотрите! Боже. Просто... Пацан на седьмом небе от счастья. Или наоборот. Так, улик до хрена. Так, пацаны тут жарят хавку. Что у нас тут? Где вообще? Угу. Это здесь. А, вот где он стрелял. Я-то думаю. Он меня даже не услышит.
Интересно, если я начну стрелять, меня не спалят? Ладно, давайте не буду рисковать. Так-с. Что он там увидел? Сканер мой. Блин, какой тут дебильный сканер этот. Ты мне покажи нормально, куда мне смотреть, вот. Бронекуртка полицейского. Испытание. Пули для копов. Угу. Готовится к войне, так сказать. Ну-ка. Я могу пострелять по этой хрени? Сейчас попробую. А, вот-вот-вот. Так. Ну, все в цель. Причем я стрелял почти все пули сразу же, подряд. Так что с точностью у меня все чики-пуки. Так, что-то еще тут есть. Коробка патронов. Такие боеприпасы нужны только для одного. Для убийства копов. Еще что-то? Серьезно? Что именно? Тут как бы стою, хожу. Ничего не нахожу. Пишет прям вот состояние 9, 8. 6, 4, 2, 1. А, вот, 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 лежит. А, глушители для винтовок. Руарк тренирует чертову армию. Хреново. Руарк, походу, суровый тип. О. Вот этот нам тип нужен. А, Томас Марвин. Своей тёлкой разговаривает. Какого чёрта? Через окно. Так, а другой трек есть? Алло, диджей. О, понятно, он тут тоже отдыхал неплохо. Так, 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 идёт один. Чёрт, я помираю с голода. Иди пожри. Про там его сюрприз ожидает. Блин, я тоже жрать хочу, слушай. Так, ну что, нам нужен вот этот типчик. Я ничего не делал. Ты, чертов придурок. Как выключить ее? Что, выключатель? Тут все по-французски. Так, сюда! Отлично. Так, у него есть еще? Все, я... Это что сейчас? Опа, 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 опачки. Это то, что вы хотели, я уверен. Это замес. Бляха, муха, правда, я чуть не сдох. Сучара. Так, что у нас тут? Терраса. А, так, это не то. А... Баки со слезоточивым газом. Слезоточивый газ. Опасный. Так, походу, Рорк действительно
Больной на голову. Он и войну с копами хочет устроить. Вот у него бабла, посмотрите, сколько. А ему мало все. Все, погнали. Ну-ка. Стреляют эти штуки, не? Так, ну что, вот мы и пришли. Так, дом бассейна. Здесь, конечно, такая музычка. Одна улика всего. Диана. Что за хрень? Это искусство? Манекены раскрашенные. Ой, вообще. Я прям чувствую вдохновение. Погружаюсь в эту атмосферу. О, здесь типа басик сверху. Нифига. И это тоже типа расплавили. Хрень, короче, какая-то. Так, киты тут завывают. Думаю, что нам сюда. Так, цель обнаружена. Подождите, рано брать. Еще тут что-то у нас. Так. Так, что это у нас в сейфе? Дело в сейфе, ну-ка. Большой Эдди. Что за Большой Эдди, мать его? Так, Большой Эдди. Да, что-то интересное. 17-й документ. Сколько вообще их? 18-й документ в эпизоде 9. А, ну все, тут мы закончили, да. Ну что ж, берем. Ого. Нормально. Ты даже понятия не имеешь, кто я такой. Потому что если бы имел, то не стал бы обворовывать меня. А может, мне совсем не страшно? Итак, ты мексиканец, поэтому я полагаю, ты грабитель. А еще я полагаю, что ты не простой грабитель. В этом районе полно менее охраняемых домов, но ты решил ограбить мой. Не могу понять, почему? Эй, хотел проверить себя. Ну тогда продолжим испытание. Я нажал кнопку, и к тебе уже несется десяток укуренных психопатов с автоматами. Теперь страшно? Мне так не кажется. По крайней мере, отсюда. А, да, очень умно. Работаете в паре, да? Скажем так. Снимаю шляпу. Правда. Вам... Думаю, вам двоим лучше забрать все бабки, которые только сможете унести, и быстро потратить их. Но купить на все эти деньги золото, чертову яхту. Заткнись! Он только языком чесать просто умеет. Зашла проведать. Отключи тревогу. А, не получается. К тебе идут гости. Да гости ж мости, мы сейчас с ними справимся. Ого! Черт! Так, задача выжить! Хреновые здесь, конечно, укрытия. А, они сломали все мои укрытия. Искусство, искусство погибает. И я тоже, бляха-муха. Твою мать, уроды, паскуды. Твари. Да чё, нельзя было туда выйти, дебилизм.
Так, ну что ж, я тут выставил оружие. Так, 9 поставил. АКМ. Наконец-то выставил все там рукояточки и прочее. И броню, конечно. Давай, теперь я готов. Блин, что-то как-то вначале лаганул, что ли, не знаю. Больные ублюдки. Я не знаю, как тут выживать, когда здесь вообще нереально. Да пройди ты через окно, ебаный в рот. Простите за... Это, кстати, первый мат за все выпуски Hardline. То я вижу вас. Хрена стена исполняет. Мокрая кореяночка. Меня сейчас встанет. Что-нибудь? Ну, хоть с бумажками не надо будет возиться. Нашла Стодарда? Я и не пыталась. Я знала, что тебе понадобится помощь. Спасибо, кстати. Пора идти. Так все-таки, что Доус и Стоддарт сделали тебе? Скажем так, я не была тем человеком, кто пользовался своим напарником. Справедливо. Просто чтоб ты знал. Дело не в том, чтобы убить Доуза. Мне это не надо. Тогда в чем? Для тебя. Что тебе надо? Хочу разорить его. Ведь это то, чем он занимается. Он разоряет других. А Стоддарт? А Стоддарда можно просто грохнуть. Думаю, еще подстрелишь его. Сегодня Стоддарт придет за нами. Так, цель достигнута. Ох, интересный был эпизод. Конечно, почти все время я на картах проползал. Блин, одну улику не собрал. Эх, блин. Почти 15 уровень зато получил. Думаю, до конца игры получу уж точно. Ладно, ребятки, вообще спасибо, что смотрели. Ставьте ваши лоэсы. Подписывайтесь на канал. С вами был Рязан. Любите и играйте в игры. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока.